Одесса сегодня отмечает 76-ю годовщину освобождения от немецко-румынских оккупантов. Несмотря на общенациональный карантин, официальные мероприятия с возложением цветов к памятнику неизвестному матросу из Стели на площади 10 апреля не отменяли. Однако массовых торжественных акций не было. Одесситы приходили почтить память героев семьями, но при этом старались соблюдать нормы карантина. У гранитных монументов дежурила полиция. 76-я годовщина со дня освобождения Одессы в этом году проходит в масках и на карантине. От массовых торжественных мероприятий пришлось отказаться. Но, несмотря на режим, ветераны и многие одесситы возлагают цветы к стеле «Крылья Победы» и вспоминают героев, которые ценой своей жизни освобождали наш город. И, как мы видим, таких желающих сегодня много. Люди делятся, что даже в таких условиях прийти и вспомнить своих предков нужно обязательно. За соблюдением карантинного режима на площади 10 апреля следит полиция. Они проверяют, чтобы все соблюдали дистанцию и не забывали о масках. Карантин соблюдаем, все правила выполняем, но такой праздник проигнорировать нельзя, потому что то, что сделали наши деды, мы должны помнить, и должны помнить наши дети, и внуки, и правнуки, и все поколения. У нас тут сегодня день патриотического воспитания, вот наша дочь, она должна расти и помнить. Вот мы ехали сюда и рассказывали ей историю. Вот что-то она, надеюсь, запомнила. Карантин не отбивает память у людей, да? Возможно, ухудшает здоровье, но память не отбивает. Память – это важно, это наш день. Я думаю, у всех есть, у кого-то родственники воевали, а нашли время во время коронавируса или нет. Мы каждый день ходим, поэтому как бы не показатель, что сегодня такая ситуация. Ничего страшного. Меры предосторожности, и все в порядке, да? В Одессе осталось всего 5 ветеранов, участвовавших в операции по освобождению города в апреле 1944 года.